Привет, друзья! Мы продолжаем проходить эту маленькую новеллу про старикашку. Игра начинается Old Man Journey. Поехали. Да погнали, говорю. Да погнали. Так, мы здесь не были. Чего нам нужно? Нам нужно, по всей видимости... О, какая прелесть. По всей видимости, нам нужно перебраться на ту сторону. Хорошо, это я закрыл. Ничего не спасло. Как забраться наверх? Как забраться наверх? Это вниз. Это вниз в виде... А-а-а, вот. Видал? Подожди, вот так раз. Вот так два. Идем, идем наверх. Опускаем одну, поднимаем здесь другую. Охереть! Лады. Теперь мы вот эту вот опускаем. А эту выше уже не под... Да, опустись ты, говорю. А, в смысле? Вот сюда, иди на камушки. Вот, стой здесь. Да уйди ты. Во, спасибо. Иди сюда. О, паладин сделал обновление. Dreamhack Venisel. А, да, кстати, ребят, я по поводу онлайна вот сейчас много раздумываю, во что побегать. На выбор есть несколько игр. Побег из Таркова, Паладины и Last Man Standing, по-моему, называется игра. Все это экшоны. Паладины похожи на Overwatch, такая разновидность Overwatch для бомжей. Но, говорят, очень красиво, очень прикольно, очень интересно, очень смешно. Поэтому, в принципе, я их, наверное, все поставлю себе, побегаю, посмотрю. Да куда ты пошел? Вот, кроме Старкова, у Старкова там вход очень дорогой, потому что сейчас идет закрытая альфа, закрытая бета, по-моему, не помню. И там, чтобы попасть, нужно заплатить 5 рублей, то есть 5 тысяч. Чтобы гарантированно попасть на закрытое альфа-тестирование, нужно заплатить 5 тысяч рублей. Ну, понятно, я там получу кучу всего интересного, модного и замороченного. Но... Не хочется уж прям настолько, она не такая крутая, как могло бы казаться. Подожди. Стоп, стоп, ты сейчас упадешь, чувак. Ну смотри, он сейчас, да он реально, нет, нет, он сейчас упадет и полетит. Так все правильно, мне туда и надо. Все, да ну ладно, мне здесь-то нехер искать. Ты куда пошел? Стой. Здесь, вот здесь, вот здесь, стой. Сейчас я открою ворота. И ты упадешь. Вот. Давай, проваливайся. Нет, вот сюда иди. Вот сюда иди. А-а-а. Слышь. А ты чё издеваешься надо мной? Ладно, он так не может. Надо, видимо, делать... Надо, видимо, вот так делать. А как так-то? Как так-то? Я думал, ты упадешь, чувак. Вот жопа с ручкой. Нет, стой. Не надо мне никуда идти. Мне нужно вниз опуститься. Вниз опуститься. Как? Как я должен опуститься вниз? Здесь не двигается ни... А, двигается. Ёб твою мать. Проебал. Давай, 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 иди сюда. Вот, хорошечно. Ну, теперь сюда иди, конечно же. Хорошо. Ага. Подожди, а это... Это точно не опускается, по-моему. Ну-ка, сейчас я ради эксперимента попробую. Это деревянная, кирпичная, она не опускается. Да блин! Чувак, стой на месте! Да, она вообще не опускается, в принципе. Так, и он сюда идет. Он сюда идет, а если я сюда нажимаю, он туда идет? Да, он сюда идет. Теперь все хорошо. Ага. Все. Просто было интересно, кирпичная стена будет двигаться или нет. Пойдем. Там типа река нарисована. Пойдем. На речку. На речке, на речке, на том бережочке.
Мыла Марусенька белые ножки. Ага. Окей. Превосходно, музыка. Ой, какое солнце. Маячок вдалеке сияет. Чувак, ты что-то вспомнил? Пойдем. А все, я сюда где дальше не иду, что ли? Что-то нужно сделать, получается. А что нужно сделать? А, кораблик. Их! 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 Уплывай. Доплывай отсюда, Вася. Их! Не хочет. Да и что тебе надо? Что мне корабликами тут управлять, что ли? Поиграем в кораблики, да? Ну. Понавыдумывают. Ага, на маяк понажимал. На солнце нажимаю, ничего не происходит. На облака нажимаю. В воду прыгай, в воду прыгай. Птичка, птичка, с птичкой, птичка невеличка, ладно. Иди-ка сюда, дедуля. Ну, тут жижа есть. А может быть, как-то надо раскрутить это все? Колесо, 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 колесо. Давай, давай, да, ну не. Без вариантов. Нет, туда он не пройдет. Подожди, подожди, сюда иди. Сюда иди. Может быть, как-то что-то наверх надо сделать. Ну, блядь, ну какого же... О, я подогнал кораблю. Теперь я просто возьму, так и на корабль зайду. Ты посмотри, какой бред, а. Давай, 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 давай. И поплывем мы с тобой к своей мечте. Ну, плыви. Тут я куда ты зал... Господи, какой же ты тупой. Мужик, поплыли. Поплыли, говорю. Поплыли, поплыли. Чайка, рыбак. Чайка. Рыбак. Здорово, рыбак. Что-то поймал. Сейчас украдет. Нет, не украла. Рыбак. Он меня не слушается. Прекрасная яхта, прекрасная. Заходи в гавань. Все, выходим. Ну нормально, приплыли, какой-то маленький городок. Опять же, приморский город. Потому что у Примора. У моря, поэтому приморский. О, дед расчехлился, решил отдохнуть. Покурить, небось? Просто посидеть? Ну, сиди. Я пока двери пооткрываю, бочки подклацаю. Колокольчик, нихера! Воспоминания. Воспоминания нахлынули на деда. Дед увидел вдалеке кораблик. Или что он там увидел? Да, он видел себя, свою беременную жену. Или чего это? Тут надо что-то нажимать вообще. Непонятно, что происходит. Чё-то ты мало отдыхаешь, дедулька. Отдыхай минут 20-30 хотя бы. Чё ж ты сидишь-то так долго-то? Мало сидишь, долго ходишь. И ушел. Ушел в темноту. Угу. Забавненько, это железнодорожная станция. Это тупиковая станция, да? А, не-не-не, это остановка. Ле Фаре? Мы во Франции, что ли? Так. О, что-то едет. Ага. Окей, залазь.
Вот сюда, к рыжей. К рыжей садись. К рыжей садись. К рыжей садись. Молодец. Ну, вот умница. Погнали. Да, поля, смотри, какая прекрасная дендиская графика. Ту-ду-ту-ту-ту-ту. Вот такое наше лето, лето. Или как там пелось? Лето, привет. Ой. Отлично, дедушка. Отлично, мы проехали всего лишь, не знаю, 100 метров. Да я понял, я понимаю, что надо соединять. Красавцы, погнали. Это все-таки вот такая необычная механика в игре. Необычный геймплей. Ага. Тихо, спокойно. Надо, наверное, это делать немножко побыстрее, чтобы он не тормозил так сильно, да? Оп! Отлично. Да, успевать делать, и будет все вообще великолепно. Оп! Красивые места, красивые дороги. Вы можете просто смотреть, любоваться, а я буду для вас стараться не прерывать это путешествие. Ого! Сразу не поймешь, что тут делать. Это мост надо было опускать. Приколюха. Мост. Виадук. О-о-о! Здоровый какой. Не, клевая задумка. Задумка клевая. У ребят была. У разработчиков, я имею в виду. Этого я такого-такого. Я такого-такого-такого нигде не видел особо. Ты че тупишь-то, эй? Алло. Солнышко. Паровозик, солнышко. Веселые путя. Так, главное не упасть. Это главное. Это делать все надо четко. Слаженно. Мы же машинисты, мы же железноработники. О, нихера. Нихера, вы че? Вы че так ускорились? Что я тут вам? Игра, ты че такая глупая? А это как? А, вниз, да ладно, я мог вниз поехать. И вверх. Ну ладно, мы сделали выбор такой. Ну надоело по мостам, правильно ехать, нормально, нормально. Опачки. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Игра, ты что тупишь, блядь? Тупить нечему. Та-дам-там-там-там-там-там-там-там. Там-там-там-там-там-там-там-там. Ну куда приедем уже, господи, боже мой. Едем, едем, едем. Может, мне нужно куда-нибудь приехать специально, чтобы я... А, все, вроде приехали, вроде приехали. Дети опять будут вспоминать что-то. Что-то ты долго. 8660. А, рыжая, это маленькая девочка. Дедуля уснул. Мелкая, мелкая. Привет, говорит дед. Бабка сидит там. Он вспоминает ребенка своего. Девочка у него, да? Дочка, дочурка. Я не знаю, здесь надо что-нибудь нажимать, не надо что-нибудь, не знаю. Я нажимаю просто на экран, и появляется Роше Сюрю, Сурьяу, Сурьеу, Сурьеу, Роше Сурьеу. Это, видимо, во Франции происходит, ну реально, по-моему, это все происходит во Франции. Ну выходи, что ты сидишь-то? Сиди ты, посмотри, пока его там не нагнешь. Пошли. Поезд, вали уже.
А ты, ты обратно, это тупику. Господи, это бараны. Ну-ка, валите отсюда. Валите отседова. Там ничего не надо нажимать. О, нихера, прикольно. Фиолетовый поле. Ладно, давайте посмотрим, что здесь вообще есть. Баранчики. А, вы меня не пускаете, что ли? Ну, да пускаете, ну что вы мне... А, я вас понял. Да. Да что вам надо-то, Блять. Мешаются они, понимаешь? Я мешаюсь, иди сюда. А с баранами я, видимо, смогу опустить все это дело. Ага. О, перепрыгнули. Какого хрена? То есть со мной перепрыгнуть нельзя было. Вы ждали, пока я уйду, херет знает куда, чтобы потом пере... А-а-а! Вы чё, придурки? Пойдем. Алло, пошли вон. Пошли вон. Да пошли вы вон. Ты посмотри. Все, валите вон на луга. Прыгай туда. Там давайте посмотрим, что это такое. Что это за змея огромная лежит? Это камни какие-то? Ага. Пойдем. Бараны, мне мешаете вы. Давайте-ка вы отсюда. Давай, давай, давай. Топчи. Все, молодцы, свалили. Надо было бы их потыкать. Надо было просто в них потыкать. Дедушка, дедушка, иди сюда, ты не прав. Так. Стоп. Или все правильно? Я все правильно сделал? Не, ну я вот сюда должен был прийти. Стоп, подожди, подожди, подожди. Это не так, я же потом хер опущусь. Иду. Ага. Раз. Это иди пока туда встань. Сейчас я опущу. Он яхты плавают. Какая красота. Я 100% должен... Она не опускается. Какой-то этот кусок скалы. Тупо не опускается. Ага, вот так. Все, я тебя понял. Идем. Как каблук. Ну, смотри, правая сторона скалы как каблук женский. Нормально. Где сейчас на лавочку? На лавочку сядет и будет разглядывать море. Он, видимо, фанат моря, и ему в прикол просто посидеть возле моря и посмотреть на кораблики, на море, на шум, на чаек, на брызги, волн. Дед, портовое судно. Бам. Еще воспоминания, еще воспоминания. Так, 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 подумал дед. Что-то здесь не так. Что-то я помню такое, наверное. Ну, дед же он глупый старый. Вот он. Он типа заскучал в своей земной жизни. Он заскучал по морю, океану, когда его укачивает, когда он бороздит просторы морей. Ему просто стало скучно. На том земле, где есть жена, дочь. То есть ему просто стало скучно. Но это жизнь моряка. Поэтому моряки, настоящие моряки, они всю жизнь остаются в море. Там, где они, по их мнению, их жизнь и есть. И несмотря на то, что у них есть семьи у всех практически, они не бросают ни море, ни опасность вот эту морскую, которая несет море, шторма и прочие вещи. Поэтому моряков лучше девочки обходить стороной. Моряки, они больше любят свободу, бриз морской волны, свежесть ветра и крики чаек. Вот это вся их жизнь. Большие приключения и... все прочее. А жизнь в квадратной коробке в квартире, либо в доме,
никому из них интересно не будет никогда, потому что они привыкли жить на свободе. Так. Я не понял. Подожди, это я сделал. Здесь не опускается. Здесь не поднимается. Хорошо, иди сюда. Ага, ну ладно. Иди сюда, значит, теперь. Не, ну подожди, это же... Ну подожди, подожди. Ну как так-то? Ну-ка, иди сюда. Вот так, наверное. Сейчас посмотрим. Мне надо это убрать. Да нет. Не-не-не, здесь он не цепляется. Он должен цепляться по верхней. Здесь я тоже не могу никак зацепить, потому что, ну, вообще, unreal. Unreal. Зато здесь я могу, смотри, как подцепить. Ага, вот, вот, наверное, наоборот надо было сделать. Смотри, эту вверх, а эту вниз. Наверное. Нет, нет. Заебись. Ну, я вообще не понимаю тогда, как здесь быть. Пара-барам-пам-пам. Подожди, давайте-ка отсюда выйдем. Да, ну, конечно. Иди сюда. Не, не надо. Не надо. Сюда идти не надо. Садиться в корабль. Да куда ты пошел, олень? Я хочу чисто посмотреть. Опа. Ну тут смотри, как высоко-то. На самом-то деле. Ну вот так я поднял. А-а-а. Вот оно чё. Я тебя понял. Ну-ка, иди сюда. Я тебя понял. Все, смотри. Иди сюда. Вот так. Сюда. А, заходи. Не получится. Не получится. Тут надо найти момент, где... Где можно залезть. И туда, и сюда. Ну-ка. Во. Иди сюда. Вот. Вот это да. Вот это я понял. Где-то я понял. Вот тут я понимаю, конечно. Теперь сюда идем. Вот, видимо, надо перебраться на тот конец. Молодец. Так, на вниз. А вниз не опускается, ты посмотри. Тут только можно вот так. Ну, иди сюда. Да, 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 можно. Нет, стой, 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 стой. Не надо, чувак, не надо. Или погоди. Не-не-не, все верно, все правильно. Мне надо сначала, наверное, сюда залезть. А потом он же может спрыгнуть. Теоретически. Нет, он идет только туда. Понимаешь? Подожди. Во, 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 во! Все, идем. Вот оно. Чё, Михалыч? Пам-парам-пам-пам. Вот же ж замудрили с этими перемещениями. Етить, колотить. Опять возвращаться надо. И да, ну да, и вот эту двигать вниз. Вот, а эту вверх. Нет, вот эту вверх. Все, иди сюда. И то, наверное, мало. Мало передвинул. Да? Ну так-то нет. Да, нормально. Отличненько. Иди сюда. Алло, а ну проваливайте отсюда нахер. Вонючки. О, карта, карта, карта. Иди сюда, подожди. Ну, нормально, иди сюда. Что тебе мешает-то? Сейчас нажмем на карту. Да отвалите, господи, вы что там, барашки-то? Да иди, дед, дед, блин. Так, отвалите, а. Да вы что, вы издеваетесь?
просто пройди и все. Теперь он не может пройти. Интересно. Ну подожди, ну-ка иди сюда. Да иди-то туда, зайди и там стой. Подожди, вот так. Нет, вот так. А это если подвинуть поближе, подальше, может быть. Ну-ка, и теперь идем сюда. Во, отбежали вроде. Ну, ребята, ну хорош там бегать-то. А, все, зашибись. Один убежал. Спасибо, спасибо вам, друзья. Убежали они нахер. Опа, я могу воду нажать. Карту, забирай, дед, карту. Дедуля, карту забирай. А, ты опять сел. Ну ладно, давай посидим, посмотрим. Сейчас будет шторм. Ночь, ветер, туман. Ну я же говорю, ветер подул. И наступила ночь. Тебе не холодно там, дедулька? Алло. Куда-то надо нажать. Фонарь. А-а-а. О, зашибись. Фонарик. Пам-парабам-пам-пам. Пам. Пам-парабам-пам-пам. Да он ж, твою мать, гроза Марии-то. Ететь, твою мать, смотри, что он творит-то там. И здесь, и там, и чё. Чё он ищет? В пучине морской. Чё-то же ищет, господи боже мой. Чё-то ищет, смотри, чё. О, я скриншот сделал. Прикольно. Окей, ну все, нажимаем дальше и смотрим, уходим. Ого, нихера себе. Прикольно. Идет на корабле. Прям рассекает прям волны и ничего ему не страшно. Такие тучи я бы срался, наверное. Ну, капец. Маяк. Маяк, ребятушки, маяк. Давайте на этом остановимся. Сейчас мы вылезем и продолжим на маяке бродить. Я примерно, по-моему, по 3 локации проходим за серию, как и договаривались, вроде как. Или я не помню. Ну, вроде как по 3. Ну, может быть и не по 3, но сейчас мне хочется 3. Так, идем, идем. Сохранение было? Да, ребят, давайте на этом остановимся. 3 локации мы с вами прошли за сегодня. Меня зовут Дмитрий. Если понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на паблик ВКонтакте и пишите комментарии. Колокольчик не забывайте. Колокольчик самое важное в нашей жизни. Без колокольчика мы даже уроки не начинаем. Пока.